Вооруженные силы Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении. Там идут позиционные бои. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Мы продолжали контратаковать врага там, где была возможность. На флангах прошли от 250 до 700 метров, подвинув противника. Череватый отметил, что при этом российские захватчики понесли потери. Ликвидировано 66 оккупантов, 83 получили ранения и трое попали в плен. Кроме того, украинские военные уничтожили две боевые машины пехоты, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета «Нона», гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами. В то же время враг 249 раз бил по украинским позициям разными типами артиллерии и совершил два авианалета. Оккупанты также пытаются контратаковать, но все их попытки безуспешны. Более того, россияне расстреливают своих же солдат. Как сообщает УНИАН, украинскому дрону удалось снять работу одного из российских заградительных отрядов. Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Ищи своих». На видео заградотряд расстреливает солдат, которые пытались убежать со своих позиций. Россия применяет тактику заградительных отрядов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Суть их работы – останавливать отступающих солдат и под угрозой смерти возвращать их обратно.